Ну вот, в общем, я прокатился в режиме спорт. В режиме спорт я прокатился. Давайте посмотрим, что мы тут измерили. То есть до 60. Вот видите, экран мерцает. Если я камеру снимаю вживую, он не мерцает. То есть 5,2 секунды до 60. Разгон до 111,5 секунд. Так, до 200 мы не ездили. 402 метра я проехал за 18,3 секунды. Это я в режиме спорт, значит, с одной педали ехал. То есть просто отпустил тормоз и нажал газ. Сейчас еще попробую то же самое, только с двух педалей. То есть держим тормоз, жмем газ и отпускаем тормоз. Что у нас получится. Вот сюда вот я решил его пока сунуть. Там он тоже нормально ловит, кстати говоря. Так, ну что, я сделал второй замер. Давайте посмотрим. Сейчас я на спорте, короче, с двух педалей. То есть я нажал тормоз, нажал газ в пол и отпустил тормоз. И мы ускорились. То есть уже видите, 60 км в час за 4,54 секунды. До сотни мы уже разогнались за 10,8. И 17,4 секунды мы проехали 402 метра. Вот такой вот, в общем, результат по замерам. Не знаю, может, у других что-то побыстрее, но пока вот результаты такие. Посмотрим, потом еще померяем, что будет с тюнинговой прошивкой, какой результат. Вот, еще раз напомню, значит, 60 километров 4,5, до сотни за 10,8 и 402 метра за 17,4 на спорте с двух педалей. Так что, вот так вот.